Спорт лицейин тербие динлери турнирда казандылар 2 йылки ер хем 4 3-чү. Нечен нышаннады тренер Федор Тукан, кабледилен үдүлләр хем кубоклар о спортчуларын ий хазырланмасынын чыкышы. Мундан кайра нышаннады о. Сайгылы гүрешчинин Савелий Киорогла адына турнирда пай алмасы спортчулара дейни үнемлейди. Бизде орда бир тренер, кстати, о, бенин да тренировать этти, Киорогла Сафиевич. Он Яшар детали, чем кучиккен, то есть родители жили в Чедерунге. Вот чок и следы, чалышты и следы Тираспольда, сом чок вакит следы Кишинёвда. Олды главный тренер, он ел бизим гагауз, сля и шлярды. Чок чочек готовит, это хепси чок тарады первенство Советского Союза. Олда чемпион Европы, Марта, Зёра, Макар. То есть, варлы чок инсан ан его готовить это. Спортчулар да аннадырлар, ани кенди үдүлөрүнө пек севинерлер, ама казанма ону дилди илен. Гөрөшчүлөр башка девлетлерден, хем касабалардан күбөтлөйдүлөр, хем ий хазырлайдылар. Орда мен алдым первое место. Орда тополмуш чок киши, чок команда Украина, Болгария, Молдова. Казырланардык бу турнира тренировкаларда. Тренировкаларда да бен үйрендим чок прием. Онарда я бардым соревнованияларда. Бен күрөштүм 3 кере. Чожуклар пек силай күрөшөдүлөр. Финалда бен күрөштүм чожуклар Кишинёв Кишинёвнян да алдым ilk место. У меня было 12 человек в весе. Я первую садку боролся с Кишинёвским, и я не смог выиграть и проиграл. Потом боролся еще 3 садки и выиграл всех 10-0. И в итоге? И в итоге стал третьим. Тренер пайлашты, они якыннарда, гүрөшчүлөр Кишинёвда, хем Болгарияда, хазырланмак спорт топлушларында пай алдыклар. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казаку, ГРТ Хаберляр.